И всем привет, меня зовут Ритс, мы продолжаем смотреть «Клинок, рассекающий демонов», сезон номер 3, серия номер 7. Очередная неделя позади, это значит, что пришло время для новой серии. Битва уже в полном разгаре, как говорится, все участники на своих местах, занимаются своими делами, но главный злодей все еще, точнее, наоборот, два главных злодея все еще на свободе. Один убегает, а другой как бы занимается своими делами. Он там поймал себе одного столпа и развлекается с ним. Не знаю, сколько они там уже серий стоят с ним, как он еще не задохнулся, но это все проходит в, так скажем, в реальном времени. То есть, когда мы не видим этого, значит, оно не проходит. Ну, в принципе, логику аниме, наверное, вы все прекрасно понимаете, как это, в принципе, работает между собой. Ну да ладно. Продолжаем мы бежать за этим самым маленьким демоном, но вроде как уже был замах, но что будет дальше? Что будет дальше, узнаем мы сегодня. Сегодня. Напоминаю, что полную версию этой реакции сможете найти на Boosty, ссылка в описании, и думаю, можно перейти к самой серии. Он опять давит. Продолжает убегать. Давай, руби, такая нормальная, пожалуйста. Давай, ты уже один раз одному шею крупному парню срубил, крепкому. Ну что страх, что страх-то? Чего вы не показываете страх? Ё-моё. Вот нельзя просто так взять и срубить ему голову. Седьмая серия, злодей. Какой из, их тут много злодеев. Ай, не скрипи только. Так. Понимаю. Почему так скрежу? Я не знаю, скребет. Ой, это кто? Это кто такой? Это такой? А ты еще какой-то... Последний, еще шестой? Нет, надо уже до конца рубить. Иначе плохо будет. О, ну все получается. Беги. А стреляй, пофигу. Что там за мужик появился? Кто это такой? Стучит барабан, ну, окей. А что он стучит, если он не мог подойти, просто его резануть? Деревянный дракон вылез. А, вот так вот. Когда мы уже думали, что ничего нового не появится, появляется вот это вот чудище какое-то. Не простое чудище, оно еще и 3D-шное, прям полноценное. По-моему, ей не очень сейчас. Сколько она уже принесла всего в этой драке. Что ты такое? Неужели ты просто реально последний демон вылез? Секретный, спрятанный демон. Или ты есть настоящий? Подожди. Может быть, он настоящий? Точнее, самый главный. А, мы злодеи, ну. Я такой где-то уже видел. Злодей своей философии, считающий героев как раз таки злодеями. На, или что они? Они слились, что ли, воедино вот это вот создание? Так, он расправил руки и... Ага. Так, почему сразу не понял тогда, что он сделал? Ну, короче, да, поглотил он их и... Ладно, хорошо. А чего он недоволен? Он что, потом не сможет вылезти из него? Это прям конечное для него? Этот демон так испугался, что его поглотят сейчас. Так, ну это должна быть, наверное, последняя фаза уже, да? этой луны, правильно? А у нас, между прочим, еще там вот есть другой демон, который тоже может какую-то, не знаю, фишку выкинуть. Какой-нибудь козырь. Мы с ним еще даже не начали разбираться, по сути. Уже все, по-моему, в самом начале, вот в первом сезоне еще был такой же демон, который тоже по бубнам стучал и домом этим управлял. Ну, это, конечно, у него другие немного способности, но просто суть похожа немного. Ой, только не сердце, сейчас прихватит еще и все. Во время боя прям. И конец. Блин, че у него клыки какие здоровенные. Меня смутило то, что ты, в принципе, появился, друг. Стреляй, не бойся. Стреляй в него. От пули-то он не уклонится. А, ну, конечно, уклонится, я все понимаю, но... Хотя бы что-нибудь сделал, давайте, ребят. Ну ладно.
Нам нужно просто дождаться этого легендарного клинка, который куется прямо сейчас. Где-то там за кадром. Если он малыш, не значит, что он слабенький. Его, блин, хрен разрубишь еще. Ну, знаешь, люди вас тоже боятся, если что. Бесчеловечный, чё? Подождите. Он чё? Он понимает вообще, чё, где он находится, что он делает? И кто он такой? Ой, ну... Зря. Зря Танжера сейчас драконит. Зря. Ну, подожди. Он пока еще ни слова не сказал. Я не знаю, что он вообще думает про самого себя, кто он такой есть. Мне интересно. Ох ты. Помните, вот это там еще Токи-то там где-то нашинковали этими иглами? Он там где-то еще есть, не забывайте про него. Ладно, на самом деле я сомневаюсь, что ты вообще, в принципе, что-то сейчас делаешь с своей пушкой, поэтому лучше не привлекай к себе внимания пока что. Блин, да, мне кажется, это посильнее будет, чем предыдущий, поэтому надо поаккуратнее с ним быть. Ну, все демоны, все злые, все должны умереть. И не важно, что вы сделали. Отродье. Танжер, лицо проще, пожалуйста, сделать. Что-то сильно разозлился, видимо. Оп, переходим как раз-таки к тому самому забытому. Тому самому, да-да-да, вот он. Он, походу, уже вообще откис, не знаю, он там ждет своей кончины, если с таким выражением лица. Ну или, не знаю, может, пытается придумать что-нибудь в таком состоянии. Это похоже, по-твоему, на попытки, не знаю, цепляния за жизнь свою? Че, он ждал, пока он просто уйдет? Серьезно, надеялся на то, что он уйдет? А если бы он не ушел? Ага, оп. Нет, не дает, не дается, не получается. Хорошо бы, да, если бы Мицури пришла прямо сейчас. Помогла немножко. Ну, как бы не у всех героев должна быть хорошая концовка, правильно? Кто-то просто должен умереть вот такой смертью. Ну ладно, у него просто уже не флешбеки, а просто предсмертные видения главного героя. Сейчас он поможет ему. Понимает, насколько силен главный герой, что он просто другим является перед смертью буквально. И что же там веселиться? Ну веселиться так вот ему смешно. Он просто время тянет, таким образом. Не для себя. Вы спрятали старейший клинок, который убьет всех демонов. Вот он сидит. Понимает, насколько ему вообще плевать на происходящее, ему просто... Цель его жизни — завершить этот клинок. Ты определил, сколько ему лет? Он вообще здоровенный, я не знаю. Как ты... Да ладно. Мне кажется, он вообще в другом мире прямо сейчас находится. Его даже демон четвертой луны не сможет потревожить. Мне кажется, будет тяжелее сразить его, чем Токи-то, который там просто столпом является. Вот как еще. Он сейчас разозлится. Не, ему вообще по барабану. Он умрет, но сделает этот клинок, я уверен. Я, конечно, не хотел, чтобы он умирал, но настолько он готов. О, его лицо показали, прикол. Нифига себе. Единственная мысль — убить демонов. Ну уже, какая цель? Какая цель? Скажи, поведай нам, пожалуйста. Пока ты еще с нами. Боже, ну вот такой вот... Такой именно демон попался здесь вот нам. Ну, конечно. Не закрывай глаза. Нет, ты не умрешь, ты видел главного героя. Он должен придать тебе силу. Ну что, он обманывает тебя, что ли? Иллюзия твоя. Кто тебе тогда это говорил? Когда мы вместе. С помощью силы друзей мы преодолеем все препятствия, все невзгоды. Как это слабее? Ничего себе ты. Мицури слабее тебя, что ли? Неправда, я не верю. Хоть о смерти думай, ты не умрешь. Давай, думай, как лучше. О! Пацан! Пацан пришел, тебе помогать пришел, смотри. Наверное, в данной ситуации, наверное, лучший кандидат на поддержку морально, так скажем. Че эти мечи-то? Я думаю, что найдется какой-нибудь мастер клинков, но. Если деревня конец, то это будет
скорее всего, конец в принципе. Ай! Ну попытайся не руками, а мечом там потыкай, ну что-нибудь придумай. Как он... Как плохо. Ай. Ой, это прям он реально попал ему в солнечное сплетение почти что. Он ему воздух даст? А, ничего себе пацан умный. Нифига себе пацан умный, оказывается. Это кто говорил? Танжера говорил или тот другой тебе говорил? А, это не... Нет, это не Танжера был. Нашел в себе силу. Хотя он воздух получил, да. Ай. Мои уши. Это отец его? Нифига себе, я думал, какой-то... Ну ладно. Что ж. Тем не менее, это означает, что серия закончилась, к сожалению, опять. Мало чему увидели, мало экшена было, больше было раскрытий всяких, появлений новых демонов и так далее, флешбеков, доброты, дружбы и так далее, взаимопомощи, взаимовыручки и так далее. Ладно, после этого придет Мицури, Токита разгонится со своей силой, покажет демонам, кто тут босс этой деревни временный. И тогда уж разберемся. И клинок доделаем, ой, дальше все пойдет прям как по маслу, я уверен. Отсюда это прям отправная точка, когда мы все в полном здравии, не в полном здравии, это прям неправильное выражение. Далеко мы от доброго здравия, но мы замотивированы, мы готовы дальше сражаться. Что ж, на этом действительно все. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Оставьте ваши комментарии, ставьте лайк, всем понравилось это видео, вступайте на группу ВКонтакте. Наш сервер Дискорд, и до скорой всем встречи, пока.